махнем Европу. Чего-то стало, а на борсеть эть-эть. Дадим им всем пинка под ту часть тела, которые любят женщины вертеть. Давай в Америку забросим коммунистов, пусть создадут там старый строй. Ой. Пусть разведутся там чекисты, наступит там концлагерный покой. Захватим Африку, ведь там растут бананы, и испокон веков живет добротный люд. Люд, люд, хороший негр очень долго служит, вынослив даже больше, чем верблюд. Махнем и в Турцию, она почти ведь наша. Бесплатный сделаем путевочный курорт. Еще Китай возьмем и будем пить на завтрак отборный чай под знаком первый сорт. Заводи моторы, седлай стальных коней, сразу станет на душе веселей. Воевать мы любим, это наш конек. Русский человек справедлив, но строг. Помянем прошлое, зайдем и в гости к немцам. Приватизируем весь ихний автопром. Организуем на автобанах гонки. Добротный будет у русских автодром. И будет Франция бутиком парфюмерным. А из Италии соорудим одежды магазин. Из Эмиратов сделаем заправку. Бесплатный будет у нас бензин. Японию мы тоже не забудем. А, конечно. Там много техники, хорошей, бытовой. Бытовой. Отличный выйдет электронный супермаркет. Даешь нужник, квартиры цифровой. Очень хорошо. Короче, будем обустраивать наш быт. А то сидеть без дела скучно. Скучно. Пускай весь мир у наших ног лежит. Пускай. Покладистый, верный и послушный. Заводи моторы, седлай стальных коней. Сразу станет на душе веселей. Воевать мы любим, это наш конек. Русский человек справедлив, но строг. Заводи моторы, седлай стальных коней. Сразу станет на душе веселей. Воевать мы любим, это наш конек. Русский человек справедлив, но строг. Yeah.